Ежесуточно на маршруты патрулирования заступают около 20 экипажей групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Их основная задача – оперативное реагирование на поступающие сообщения о срабатывании сигнализации. Русская «авось принесет» чаще всего не работает, и если собственник не позаботился о сохранности своего имущества, то в большинстве случаев его жилище посетят непрошенные гости. При убытии в отпуск, при убытии, допустим, на свои какие-то загородные участки, дачи, необходимо в первую очередь проверять, закрыты ли у них окна, форточки, балконные группы, закрывать это все на запирающее устройство. Не просто прикрыть, скажем так, тем более, допустим, оставить это в проветривании окно. Также не стоит распространяться о планируемых поездках как в разговорах со знакомыми, так и в соцсетях. Этой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Собственнику квартиры рекомендуется оборудовать окна решетками или рольставнями. Однако сотрудники вневедомственной охраны советуют воспользоваться услугами профессиональных организаций в области безопасности. На службу в отдел вневедомственной охраны мы приглашаем молодых сотрудников, работников на аттестованные должности, на гражданские должности. Оплата труда достойная, полный соцпакет. Обращаться можно по телефону 504-392. Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360 Ангарск.